Очень тепло зрители приветствуют каждую спортивную пару. И Виктория Васильев с Романом Запорожцем не исключение. Спортсмены, которые тренируются под руководством Артура Дмитриева и Сергея Карева. Смотрите, какой интересный у них музыкальный выбор сопровождения в короткой программе. Это плохой романс. Но будет ли он плохим или же своим результатом порадуются спортсмены, мы узнаем буквально через 3 минуты. Без небольшого. Виктория Васильева, Роман Запорожец и их очень игривая, но очень плохо откатанная короткая программа. Буду называть вещи своими именами, потому что действительно очень много было моментов, за которые похвалить я ребят не могу. Только 3 уровня подкрутка, попытка исполнить тройной флип, да, это уже... Но это серьезно. Очередной, да, очередной сложный прыжок сегодня в парном катании. То есть мы видели уже и параллельный Луц, и параллельный Ридбергер. И могли увидеть параллельный флип. Но что-то не так пошло у партнера. И Роман раскрылся на ход вперед. Мы так в кулуарах называем это в сани. В сани прыгнул, то есть... Рома. Зима же у нас, коньки, да, сани. И, конечно же, очень... Ну, есть такой элемент саночки. Это как на двух ножках дети так учат ехать, да, вперед, на корточках, вот. И как раз так приземлился на 2 ноги Роман. Вот. И дальше тоже Тодос с 3 уровня. То есть везде теряли уровни. Дорожка только 2-го. И вращение, потери уровня. Ну, то есть... Гнал, руку открывал. Потерялся. А мог крутить или нет? Потерялся. Растерялся. Про флип речь-то? Да, про флип. Как раз с Артуром Дмитриевым обсуждали они этот элемент. И он спросил, мог ли я его крутить. Ну да. Если мог, что же не крутил. Вот ты уже не первый раз, Максим, говоришь, что только 3-го уровня подкрутка. Но все-таки из максимума. Вот как раз.
из четырех. На ход вперед. Вот из максимума из четырех только третий уровень подкрутка. Почему только? Четвертый? Ну, потому что подкрутка это тот, как раз тот элемент в парном катании. Подкрутка, поддержка, вращение, тодосы, которые нужно выполнять только на четвертый уровень, чтобы претендовать там на место под солнцем в парном катании. То есть это почему-то некоторые пары уделяют внимание только прыжковым элементам, там прыгают, допустим, тройной флип, но теряют все это преимущество на вращениях, на подкрутке и на... Парное катание – это очень сбалансированный вид, в котором соединены все виды. И одиночное катание, и танцы на льду, и парное катание. Ну, такого баланса не увидели члены технической бригады и судьи у Вики с Романом. Около 60 баллов они получают за свою короткую программу.